Нападающий мини-футбольного клуба «Кристалл» Фанис Закиров вместе с партнерами по команде готовится к очередному матчу в чемпионате Ульяновска. В соперниках у них один из фаворитов Суперлиги «Погода в доме». Но именно к Закирову особое внимание. Несмотря на то, что его «Кристалл» обосновался в середине турнирной таблицы, сам форвард возглавляет список бомбардиров. После 6 туров у него 10 забитых мячей. Не без помощи партнеров моих, как бы, спасибо им, хочется сказать. Ну а так, как бы, видимо, везет, поэтому и забиваю. Ничего в этом такого нет, я думаю. Еще играть весь чемпионат, как бы. Посмотрим, что будет дальше. В прошлом туре и «Погода», и «Кристалл» потерпели поражение. Особенно обидно уступили «Кристаллические», пропустив решающий гол от Симбирска за 5 секунд до финального свистка. Именно поэтому на поединок с желто-синими команда настраивалась по-особому. Самое главное – спокойствие, хладнокровие и агрессия. Ну, мы знали, что «Кристалл» хорошая команда, организованная, хорошо обороняются, неплохо убегают в контратаке. Пытались сыграть первым номером. Первые минуты встречи прошли при территориальном преимуществе «Погоды». Однако опасные моменты возникали исключительно у ворот Нефедова. «Кристалл» контратаковал очень опасно, и один из стремительных выпадов завершился прострелом с фланга. И хотя никто из «Кристаллических» к мячу не поспел, гол состоялся. Это Александр Гришин поправил мяч в собственные ворота. Отыгралась «Погода» перед самым перерывом. Сергей Савичев сыграл по-капитански, взял инициативу на себя, обыграл защитника и пробил точно в верхний угол. Голкипер «Кристалла» Антон Загородников своих не спас. Ну все здорово, все сделали здорово, чуть блок ставь и все, мы пробиваем поворот. Ребят, ну повнимательнее, ребят, ну каждый их свалил, просто дело сделайте и все. Второй тайм прошел в такой же упорной борьбе. Настолько бескомпромиссно, что за 10 минут до финального свистка Павел Трошин из «Погоды» и капитан «Кристалла» Дмитрий Арефьев едва не сошлись в рукопашной. В результате защитник желто-синих получил желтую карточку, капитан «Кристаллических» прямую красную. На 2 минуты «Кристалл» остался в меньшинстве. Конечно, наверное, стоило сдержаться. Извиняюсь перед командой, подвел ее, но... К сожалению, в том эпизоде против меня оказался человек, который этим славится. Вот. Немножко не сдержался. В том моменте, когда мы упали, он меня ударил. Без своего капитана «Кристалл» сдюжил, хотя моментов у «Погоды» было предостаточно. Однажды после удара Ивана Шишкина мяч попал в перекладину. Последние минуты желто-синие беспрерывно атаковали, но за территориальное преимущество больше одного очка не получили. Ничья 1-1. Я считаю, больше не везение. Тут, в принципе, моментов много. Их только стоит реализовать, и все. А так, в принципе, под самоотдачей, я думаю, что ребята все справляются. Только не везет, и все. Ничья «Погоды» и «Кристалла» стала единственной в рамках 7-го игрового дня. А начался он с триллера в исполнении «Динамо» и «Контактора». Последние минуты матча начала свой путь при равном счете 3-3. Однако за 10 секунд до конца Андрей Русанцев точным ударом принес «Контактору» победу 4-3. «Волга» Кайман и «Мобирейт» обошлись без нервотрепки и победили, соответственно, «Симкор» и «Вертер». А вот «Симбирск» по ходу встречи уступал «Авангарду» долго и, казалось, беспросветно. Однако в итоге победил 6-5. Благодаря голам Цыганцова, Сафина и, конечно, одного из лучших бомбардиров чемпионата Андрея Манышева. После того, как «Погода» не может победить уже во втором туре подряд, турнирную таблицу возглавили «Мобирейт» и «Симбирск». У них по 18 очков. «Погода» отстает на 2 очка. Еще на 2 балла ниже «Волга Промресурс». Еще на 2 балла меньше набрал «Контактор». Но это уже середина турнирной таблицы. Ниже уже «Арьергард» во главе с «Авангардом». Восьмой тур состоится уже в новом 2017 году. 6 января лоб в лоб столкнутся лидеры «Мобирейт» и «Симбирск». Это будет главная битва первого круга чемпионата.